Приветствую вас. Ну, давайте мы, наверное, начнем разбирать вашу проблему, ваш вопрос с самого начала. Значит, вы пишете, что у вас два неудачных брака. Значит, своему последнему мужу, то есть из второго брака, вы сказали, что вам нужны деньги для того, чтобы забеременеть. К деньгам мы еще вернемся, а пока просто, ну, давайте проанализируем. Вот хорошо, мужчина узнал, что вам нужны деньги на лечение. Вы честно говорите, что, в общем-то, хотите забеременеть, но не можете этого сделать. Честно говорите, что проблема в вас. То есть, проблема не в нем, как некоторые могут, ну, сказать или там, выставить все так, да. То есть, вы не обвиняете его, вы говорите ему честно, как есть. И мужчина уходит. Ну, знаете, объяснений такому поступку, по факту, можно дать несколько. Первое объяснение – слишком большая сумма, неподъемная для мужчины. Опять же, к деньгам мы вернемся. Второе – это не любовь к вам. То есть, ну, мужчина просто вот вас не любит, и все. Не хочет, чтобы вы были здоровы. Ну, тогда возникает, на мой взгляд, ну, справедливый вопрос. Если он вас не любит, а так ли вообще стоит переживать из-за мужчины, который вас не любит? Ну, ушел он из-за этого, ушел бы он из-за другого. Какая разница, если вас не любит? Далее. Наличие каких-то еще проблем. То есть, ситуация с лечением не единственная, которая, ну, из-за которой вы расстались со вторым мужем. В таком случае можно говорить, наверное, о том, что эти проблемы нужно разбирать. Эти причины нужно разбирать. Потому что вот то, что вы описываете, и то, что вы говорите, это все-таки очень сжато, непонятно и поверхностно. Далее, значит, дальше вы пишете о том, что у вас два неудачных брака. Значит, был еще один брак. Ну, соответственно, я надеюсь, вы понимаете, что возникает вопрос тогда. А вот все браки, что случилось? Почему не сложился тот брак? Чем это было продиктовано, и, значит, какие обстоятельства на это повлияли? Понимаете, по всей видимости, дело здесь не в ребенке и не в правде, а в том, что вы просто-напросто неправильно строите отношения с мужчинами. И этот факт неизменно ведет вас к неудаче в браке. В первом и втором, возможно, приведет и в третьем браке тоже к неудаче. То есть, вот этот момент, его нужно разобрать обязательно. А далее. Значит, следующий момент. Следующая такая арка. Следующая арка — это то, что вы просите мужчины денег. Финансовый вопрос решается всеми людьми по раз.
Это, ну, желательно понимать четко. То есть кто-то считает, что помочь своей женщине деньгами это нормально. А кто-то считает, что нет, это не нормально. А кто-то предпочитает разделять бюджет. А кто-то считает, что там помощь в оплате только за какие-то конкретные моменты. Знаете, то есть финансовый вопрос нужно обсуждать заранее. И вот вы развелись с мужем, да? Окей. Ну, логично, что другой мужчина, чтобы он захотел вам помогать в лечении, нужно, чтобы он вам доверял. И это доверие, понятно, оно достигается не сразу. Нужно стать близким человеком для него, чтобы он вам помог. Вы сблизились, чтобы у вас было что-то общее, чтобы он узнал вас, вы узнали его, понимаете? И здесь возникает вопрос, а зачем столько времени тратить? Если мы развелись с мужчиной, вы живете одна, то логично предположить, что вам не нужно тратить деньги на семью. И логично предположить, что вы могли бы сами себе заработать средств на то, чтобы избавиться от своего недуга. И мне непонятно, зачем вообще говорить вашему новому мужчине об этом. Знаете, если вы скажете ему это быстро, ну, то есть, если вы посвятите его в эти свои проблемы быстро, он это воспримет как использование себя. И вопрос заключается в том, ага, оно вам надо, чтобы мужчина думал, что вы его используете. Вот об этом я тоже рекомендую вам как следует подумать. А дальше, значит, следующее, о чем я хочу вам сказать. Значит, бояться правды не нужно. Опять же, почему вы боитесь сказать правду? Это вопрос. Хорошо. А почему вы боитесь, что вас бросят? С чем связан страх, что вас бросят? Вот попробуйте на этот вопрос ответить. Понимаете, ваш страх делает вас зависимой от мужчины. А это в любом случае плохо. Это в любом случае плохо. Плохо, что вы зависимы от человека другого. Страх делает вас несвободным. Вот и давайте попробуем подумать, с чем связан ваш страх. Давайте попробуем подумать, что за ним стоит, и научиться с ним жить. Что вы теряете, например, если вас мужчина бросит? Зачем вам брак? Зачем вам дети? Какие цели вы преследуете этим? Постарайтесь подумать на эту тему. Страх это хорошая реакция. Страх это хорошая защитная реакция. Но если она чрезмерна, она вам вредит. И соответственно вам нельзя пока в отношения вступать, пока вы боитесь, что вас бросят. Потому что мужчина для вас это средство
борьбы с тем, что вас могут бросить. Это средство получения того, что вы потеряете в результате того, что вас бросят. А так быть не должно. Это вот то, что вам можно сказать. Я рекомендую вам для снижения страха, уровня страха, представить себе, как и что вы будете делать, если вас бросят. И задавать себе вопрос, а так ли это страшно, что вас бросят? И это вам на первое время поможет. Ну, а так вам нужно свои страхи прорабатывать. В беседах с психологом, анализируя свои отношения с мужчинами, с родителями, анализируя свои сны и так далее. И так потихонечку от страха в процессе беседы вы будете избавляться. Не сразу, постепенно, но будет. И вы станете свободны. И став свободны, вы уже сможете строить именно свободные отношения. Но решать вам, будете вы этим заниматься или нет. Что же касается страха сказать правду, то понимаете, ну будете вы скрывать правду, она все равно всплывет. Так или иначе, она все равно всплывет, и вам придется сказать. Будете врать, будет еще хуже. Будете скрывать, будет недоверие. Правда все равно станет всплывет. Так, поэтому, если возникнет ситуация, что нужно сказать как есть, скажите правду. Но не будучи с мужчиной близкими, вам нужно сказать, что сами обеспечите себе лечение. И вот тогда мужчина может пожелать вам помочь. Но это дело сугубо добровольно. И здесь я должен констатировать, что у вас есть некий вот линейный комплекс, то есть ваш мужчина, муж от вас ушел, вы подумали, что это из-за из-за невозможности забеременеть. Теперь боитесь говорить правду. А может быть причина-то совсем другом. Но чтобы это понять, нужно с вами работать, разбираться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого-самого доброго и удачи!